Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Привет, пацаны. Йоу. Короче, новости такие. Завтра в 12 часов дня мы собираемся в Краснодаре, около стадиона Краснодар, указ. Вот, там будут те, кто хочет зачитать, и те, кто просто хочет посмотреть. В общем, будет фристайл-сессия такая. Вот. И будем всех вас ждать. Вот. На самом деле это вся новость, что я хотел сказать. Подумал, что может кто-нибудь из Краснодара подсоединится к трансляции и подскочит к нам на движуху. Вот, так что, если кто-то из Краснодара здесь есть, буду рад вас видеть, подтягивайтесь. Завтра в 12 часов у стадиона Краснодар, около КАС. Вот. Здравствуйте, уважаемый сектор.
Здравствуйте. Так, повтори, пожалуйста, у тебя очень сильно шумит слово «Краснодар» за спиной, ничего не слышно совершенно. У тебя лагает просто трансляция. Блять, как же лагает. Ребят, совместные эфиры — это вообще реально или нет, или так у всех будет? Это нужно, чтобы ты к Wi-Fi подсоединился. Кстати, а где сектор? Короче, сектор, извини, ты лагаешь. Удалил сектора, как с Версуса его удалили, в принципе, по тому же принципу. Короче, что хотел сказать. Завтра в Краснодаре будет фристайл-сессия. Она будет проходить в парке Краснодар, в парке стадиона Краснодар. Вот. И, короче, встречаемся завтра в 12 часов. Около КАС, стадиона Краснодар, и там дальше идем в парк, будем там читать свой рэп вонючий. Вот, так что всех жду, вот, всем спасибо, всем респект.